Три года назад, в июле месяце, я попал в больницу. Мне поставили диагноз ишемия сердца. Но для меня это прогремело, как гром среди ясного неба. Я настолько был потухший. У меня закрался страх. Я начал бояться выходить даже на улицу, сам боясь, что когда-то где-то прихватит сердце, я там упаду. Вот, попал в больницу. Прошел курс лечения, но вышел из больницы все равно с ишемией. Полностью она не ушла. Это было задокументировано кардиограммами. Совсем немного времени прошло, около полугода. Я повторно попадаю опять же в больницу. Опять с тем же диагнозом ишемия. Прохожу курс лечения. И мне нужна была дорогостоящая операция. Было два выхода, либо обратиться к Богу, либо сделать эту дорогостоящую операцию. Я выбрал первое. Я обратился к Богу в церкви Эммануил. И не знаю, каким образом, не могу сказать, что это легкий путь был, но на очередном я постоянно делаю проверочки каждые 3 месяца. Кардиограмму и мониторчик. И в один прекрасный момент показал, что ишемии нет. И вот уже 2 года ее нет. Последний мониторчик я делал в июне месяце. Это буквально месяц назад. И до сих пор ишемии нет. Безусловно, я очень благодарен Богу. Только Он мне дал исцеление. Слава Господу, что я могу еще сказать. Что веруйте, веруйте, и вы получите свое исцеление. Это действительно истина. То, что говорят врачи, это факт. А то, что говорит Господь, вы исцелитесь, это истина.